Всем здоров, народ! Сегодня мы будем тестировать вот эту вот красоту Jefferson Provincial. Хотя, знаете, я бы не сказал, что это... Ух ты, суки! Подбили нашего Джо. Садись. Я бы не сказал, что это провинциальная машина. А заезжать в тюнинг-ателье мы не будем. Собственно говоря, потому что я эту машину, грубо говоря, сам уже делал. То есть, ну, вне записи, просто так для себя. Вот, если кто помнит, это чуть ли не первый, да чуть ли, это первая машина, уйди, пожалуйста, это первая машина, которая нам дается вообще в игре, в принципе, то есть, если я не ошибаюсь, эту машинку мы угоняем, когда у Джузеппе, боже, сколько красных, когда мы к Джузеппе приезжали за отмычками, там, погалдели еще за документами, которые он нам отдал, когда мы отмазались от армии, вот. И мы с отмычками теми уперли эту машинку. И то же самое, то есть, с нее начиналось наше ознакомление с автосалоном, ой, автосалоном, что я несу, с ремонтными мастерскими, это было неудачно. Вот, и потом, по-моему, такая же, на такой же машине баба была, когда мы выезжали, я не помню, там, ну, такой маленький, типа, это не было чисто в сюжете прописано, а так вот это как скрипт, когда возле гаража Джо выезжает дама и типочек, как красиво это было, ну, лично, как по мне, и как типочек ее такой, ну, матюхает за то, что она въехала ему в зад. Кстати, мы нашу уже немного побили. На ней стоят тапочки из летней версии. То есть этих колес нету сейчас в зиме. Я ее делал еще летом, потом перешел на зиму. Ох ты, мудак, перешел на зиму. Вот, собственно говоря. Как по мне, этой тачке идет цвет только белый. Потому что, ну... Я ж опять-таки повторюсь, не сказал бы, что это провинциальная машина. Она мне похожа более такой на лакшери машинку. Это, мне кажется, это маленький Berkeley Kingfisher. Вот, что-то мне так вот кажется, потому что тоже кабриолет. Но он такой более поменьше, чуть-чуть постарее. Едет, кстати... Что это сейчас было? Алло? Он что-то резко начал вправо сам уходить. Вот, едет так себе. Дрифтует, если на скорости. Ну, не идеально. Но можно. Это было больно. А, кстати, забыл сказать. Когда мы едем в кабриолете... Или это тут не будет проявляться. В общем, когда в обычном кабриолете, в открытом едем, если мы с Джо, допустим, катим, или с каким-то типом, который может отстреливаться, он не будет отстреливаться. Ну вы псы, ну они... А, вот тут он будет отстреливаться, потому что есть как бы открывание окна, и хотя я не знаю, честно говоря, почему тут... Тут он будет, а там не будет. Вот. Я лучше всех. А вот это колесо сзади, кстати, третье, это не запаска, насколько я знаю. Нахер стоп. Это не запаска. Вроде бы. Если мне не изменяет память, мы сейчас его вольнем. Прикрой меня, Вита. Его. Вот этих двоих. Вот, все, парни приехали. Багажник, кстати, я хотел вам показать. Багажник просто лоховской. Вот, если... Просто мало того, что он глупенько выполнен, так он еще и не очень вместителен. Тут кто-то на нас рот свой открыл. Тебя в армии так не драть это, слышь, я сам в шоке. Тут не удалось так. А тут удалось. Есть. Готов. Извините, отвлеклись. Вот, вот это вот колесо. Это оно или тут... А, нет, тут вроде запаски. Это на какой-то другой машине в этой же игре. А это колесо выступает вроде как бы... То есть парковщика, то есть она опускается вот так на землю, и ты можешь на нем ехать. Ну не на этой машине. Я немного ошибся, потому что, видите, оно тут в таком белом кожухе, скажем так, защитном. А если пройтись по самой машине,
Двигатель. Ну что показывает двигатель? Во всех машинах он один и тот же. Двигатель как двигатель. Сколько на тебя пуль надо? Вот. Красивая, симпатичная. Опять-таки, на ней так легенько только плавать. Никуда не ехать. Ну как ехать, но я имею в виду плавать. Кстати, задние колеса защищены от пробоя. Вот это, кстати, классно в старых машинах. То есть ты газишь по ним, газишь, надо только под пол бить. Два ряда у нас сидений. Два ряда сидений, но вот обидно, опять-таки говорю, обидно то, что не опускается крыша. Вот как в том же T-Drive Unlimited 2, или в GTA 5, не опускается крыша, хотя, в принципе, могла. Кстати, народ, если хотите, если у вас будет желание, напишите в комментариях под этим видео, если вы хотите, чтобы я что-то делал с T-Drive Unlimited 2, там машины тестил, те же самые, что, ну, то есть игровые, или же просто проходил карьеру, то напишите, я буду это с радостью делать. Так как... На! Щимим лохов сегодня. У нас хорошее настроение. А что ты выбежал поматериться? А я уехал. Вот так вот дела делаются. Этот знаменитая ступенька. Ох, красиво почти получилось. Почти красиво. Ну что, ребята, давайте нарвемся на ментов. Только так, чтобы они за нами погонялись. А ну с отсечки ты развернешься. Неплохо. Очень даже. На дорогу смотри. И ты тоже. А ну, дрифт. Давайте их выкинем. Давай, 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 давай. Давай же. Сейчас мы тебя лошпитой еще скинем. Все, помирать не хочется. Оп. Он утонул. Блин, сейчас нас собьют. Суки, волки. Твари. Подходите, мразота. Падлы. Я не так хотел закончить серию, народ. Но эти твари мне не дали выбора. Писюнота. Ну! Где остальные? Нету? Где остальные? Я сейчас начну стрелять. И стрелять по гражданским, и по машинам. Не вынуждайте меня. Ох, не вынуждайте, гады. Да, ребят, не очень у нас обзор получился. Я думал, он будет дольше и будет более-менее такой содержательный. Скоты, позвонить. Кому позвоним? Давайте позвоним, чтобы нам машину пригнали. Дать взятку полиции. Хрен им, а не взятка. Все. Тебе сказали, иди отсюда, значит, идем отсюда. Да, товарищи. У меня просто нет слов. Нет слов, чтобы писать, в каком я шоке. Хотя... Я захожу. Я не знаю. Сделаем вот так. Ух ты, а что это за гангстарэперы приехали? I'm against, against. Да. Типа того. И тут, смотрите, они ходят. Неплохо, а? Да. В общем, ребята, как говорится, начали за здравие, закончили за упокой. Начали с провиншала, пересели на ментовскую машину. Неоднозначный такой тест-драйв получился. Правильно, я тоже так думаю. Уйди с дороги. Это было красиво. За этот подкол ставьте лайк, народ.
Я стараюсь, как могу. Вот. Так что, народ, до новых встреч. Я думаю, будем завершать наш умопомрачительнейший тест-драйв машины, которую утопили. Просто вот. Вот видите, у меня слов нет, ну реально, я ну просто в шоке, грубо говоря, на своих же ошибках, то есть попался. В общем, ладно, не будем разглагольствовать, уедем в закат. Вернемся в следующий раз с другой машинкой. Ту со дна достанем. Ставьте лайки, народ. Я скоро вернусь с новыми тест-драйвами для вас. И да пребудет с вами сила.